Поэтому набирают здоровых, а не талантливых, которые раскроются, но раскроются позже. И делают из них роботов, не дают им импровизировать, рисковать. В них убивает индивидуальность. Поэтому у нас нет звезд, сплошная серая масса. Поэтому в 12 лет мы с испанцами играем на равных, а в 20 на это смотреть будет. Знаешь, почему бразильцы лучшие в мире футболисты? Потому что футбол для них веселый танец, карнавал. Им без разницы, где играть, там на пляжах Рио или в финале Лиги Чемпионов. Не накручивай себя, не думай о результате, получай кайф. У тебя что-нибудь болит? Нет. Играешь на своей позиции? Да. Что тебе еще нужно для счастья? Дебюту 18-річному віці з'явиться на заміну замість Жуніора Морайса, 17-річний хлопець, вихованець академії. 31 октября 2018 года. День, когда этот парень вписал своё имя в историю донецкого Шахтура. One thing, I don't know why. Doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself of a time when I, in spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property. Remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me. Kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. Watch.
little baby. Change your bass down. You have to put the mind into what you want to put the mind into. If you believe in something, you can achieve it. It does not matter what your dream is or what your goal is. You make sure that it is your prime priority to follow what you believe. Everybody will get their turn. What you speak to the world and craving is craving and ambition and wanting anything is the way to speak. Я считаю вообще, что нет ничего невозможно и всегда можно добиться всего, чего ты хочешь. Просто главное не стать, вот, как говорится, рабом мечтаний. Вот мечты это хорошо, но мечты работают тогда, когда ты над ними работаешь. Если ты мечтаешь, то не сидишь там, играешь в PlayStation и говоришь, что хочу там просто будем играть. Ну и так что правильно, потому что поделаешь. Когда ты вот мечтаешь играть в Барселоне, и ты идешь на поле, ты тренируешься, тебе там тяжело, у тебя что-то болит, там плохая погода. Если человек не хочет, он найдет миллион причин. Если хочет, он всегда. В любом деле при максимуме сложности подход к проблеме все-таки один. Желание ты тысячу возможностей, а не желание тысячу причин. Если человек реально хочет, и он просто одержим своей мечтой, я считаю, он всегда может пробиться. У меня самое главное, это ключ, я думаю, к успеху, это всегда оставаться холодным. Вот чего бы ты ни достигал, ты должен всегда хотеть больше. Вот так же самое, как бы я вот игру не сыграл, хорошо, плохо, я всегда хочу играть лучше. Я всегда найду какой-то момент, который мне не понравится. Я всегда найду, над чем мне работать на поле. И я думаю, не наступит тот день, когда у меня пропадет мотивация идти к своим мечте. Я просто не понимаю людей, у которых не хватает мотивации ради достижения своей мечты. Я считаю, если... Это мечта, которую ты живешь, то всегда есть мотивация идти на поле. И каждый день, еще бы у тебя не болело, какая погода бы ни была, какие обстоятельства не встречались, какие проблемы у тебя не были, ты все равно будешь идти и работать. Это у всех есть.